Моему отцу Ивану Федоровичу Полунину сейчас 95 лет. В 43-м году 18-летним он ушел на фронт. Воевал на Третьем Украинском фронте механиком-водителем самоходной установки Су-76. Отец участвовал в Яско-Кишиневской операции. С боями освобождал Румынию, Венгрию, Югославию, Болгарию. В районе озера Блатон в 45-м в Венгрии его самоходка была подбита, и отец чудом остался в живых. Придя в сознание, он последним из экипажа вылез через башню, и как только отбежал от машины на 5-6 метров, она взорвалась. Позже он вспоминал, как раненый шел в медсанбат. Вокруг летят пули, рвутся снаряды. Сначала я пригибался, падал на землю, а потом пошел во весь рост, посчитав, что раз меня ранили, то я свое уже получил, и больше в меня не попадут. После войны отец занимался наукой, написал 2 учебника для вузов, играет на аккордеоне, до сих пор читает книги на немецком языке. У Ивана Федоровича 3 детей, 5 внуков и 8 правнуков.